утро, братцы. За бортом у нас 7 октября. Год 2021. Еще пока. Наше любимое время суток. Раннее утро. Хотя я не сказал бы, что оно уже такое уж совсем раннее. 7 утра. Стоянка то ли две сестры, то ли у двух сестер. А, две сестры, вот гостиничный комплекс. Большая такая, ну не ходил, ее не снимал, темно, не видно нифига. За бортом минус на один. На следующем повороте поверните налево. Это мы ориентировочно где-то сколько мы? Потерян сигнал GPS. Километров, наверное, может 80 до Кемерово. Ну что-то такое вот. На следующем повороте поверните налево. Сегодня дал волю чувствам. Сделали паузу 11 часов. Встал вчера, получается, ну, 8 вечера. Что-то как стемнело, так честно, как-то и не ехалось. Не знаю почему. Не фанат я по вечерам работать. Мне бы с утра бы вот. По вечерам что-то как-то спать хочется. Но это одна причина. А вторая, я вчера совсем забыл. Мы же сегодня с вами должны, да не должны, по грибы пойдем. Че смеетесь-то? Я вполне серьезно говорю, что пойдем по грибы или за грибами. Вот, сейчас 379 километр, а нам с вами грибное место указали. Сейчас скажу, какое. По-моему, 317. Сейчас я гляну. Да. Нам с вами нужен 317 километр. Пойдем в октябре в Кемеровской области с грибами. Говорят, грибы растут сразу маринованные и в банках. Вы когда-нибудь такое чудо видели? Я нет. Вот сегодня мы с вами туда и пойдем. Ну, вчера, если до Березовского бы поехал, вот еще километров, наверное, с 50 отсюда. То, ну, кто-то ночью с грибами ходит. Поэтому, думаю, дай-ка я стану здесь. Когда ты тут хотел припарковаться, когда на восток шел, что-то эту стоянку прошлять. Ну, а так немножко, видите, в сторонке от дороги. Метров 100. Ну, нормально, большая. Ну, правда, я ни в кафе не ходил. Вечером стал есть не хотелось. Утром чай попил. Душ тоже рано. Еще пока. Душ парикмахерская у нас запланирован. Наверное, завтра. Надо сходить постричься, потому что уже что-то ну, простать, как мама отстал. Вот. Поэтому, думаю, стану здесь, переночую и завтра с утра, то бишь сегодня, пойдем с вами, не знаю, как правильно, по грибы или за грибами, неважно. Смысл понять. Дорожная сеть, большая такая стоянка, места тут очень много, машин очень много стояло. Вот. Так, температуру сказал, о, минус 2 стало. Да, Кемерово, вот 82 показатель.
доехали до 317 километра. Как раз уже полностью расцветет к этому времени. Пойдем за грибами. Что у него этот туарег, он только дымит. Он вообще в гору не едет. Или он не хочет ехать, спит, может быть, но возможно. Дымяра стоит хуже, чем КамАЗа 30-летнего. А в горку так он вообще коптил. Я же говорю, как будто вот только завел. Мазика какого-нибудь старенького или еще что-нибудь. Сиду вроде как. Хотя не. Туарек уже тоже. Нет, вот древненький. Коптит он у него здорово. Крадемся по ремонтам, крадемся. Сейчас у нас 35,7. Показал Туарег, обгоняя. Он не едет, этот Туарег. Он вообще не едет. На бочке. Впереди идет, моргнул. Давай обгоняй. И он либо не может, либо не хочет. Я почему-то больше склоняюсь к первому варианту. Может, не торопится никуда. Часто вроде не дымит. Ну, говорит, за это. Пятый день, говорит, с Кемерово еду. Представьте, да, вот. С такой скоростью. Понятно, но все равно как
сопровождает, либо он у него не едет. Ну, скорее, может, сопровождает, конечно. Что ни на обгон не идет, ничего. Вот сумница так за этой бочечкой аккуратненько. Ну, у нас кемеровский слава мачится. Вверх-вниз, вверх-вниз. Так, какой у нас километр? Закладку грибную не проехать. 330-й.
проехать мимо. Главное не проехать мимо. Какой? 318. Нет, вот он, 317 километр. Поднимаемся в гору. Сейчас на горе должен быть знак. Смотрим. Конец зоны запрещения обгона. Вот он. Вот он знак. Пошли на улицу. Координаты точные. Ну и по наводке спецслужб вот здесь, под этой березкой, должна быть грибная закладка. Опа! А в этой грибной закладке у нас чего? Маринованные грибочки. Чуть не упал. Все, закладку обезвредили. Квест выполнили. Автора квеста я вам покажу немножко позже. Мы молодцы. Вы когда-нибудь сюда грибы собирали? Я нет. Сейчас в машине откроем, посмотрим. Чего там? Чем бы дитя не маялось, да? Вот развлекаются взрослые дядьки. А что еще делать? Ну что, посмотрим. Может, там не грибы? О! Баночка маринованных опят. Лепота. Автора закладки покажу немножко позже. У нас сегодня с ним стрелка намечена. Она даже закрытая пахнет. Делать нечего в селе. Я сижу на веселе, да? Ты сказала, может, нальем самогон. А мы тут это, грибочки собираем. Ну что, есть желающие еще вот так по грибу сходить? Пишите в комментариях. Все, поехали. Честное слово. Серый, ты поднял настроение сегодня на целый день. Просто огонь. Класс. Казалось бы, ничего особого. Век воли не видать. Настроение поднял. Красавчик. Серега. Короче, красавчик. Мы сегодня с ним увидимся. Ну, должны во всяком случае. Теперь мы с грибочками. Куда бы ты еще сходить, там еще-нибудь какой-нибудь. На рыбалку бы так сходить, там заходишь, там с десяток щупаков лежит каких-нибудь. Хотя я уже сходил, у меня вон два хариуса едут в холодильнике. И Ленка, сестра, подогнала, говорит, на, покушай. Было три, я один Костяну отдал. Он меня салом кормит. Крена тебе хариус в ответ. Это вот как раз перед Березовским.
Кстати, надо у него спросить, как Хариус. Я еще не попробовал. Хотел до дома довезти, но боюсь, что не доедут. Придется самому есть. До дома еще долговато ехать. Сегодня хоть какой день недели? У нас сегодня уже четверг. Ой, блин, катастрофа. Сколько мы проехали? 1700 на данный момент загрузки прошли. Все, теперь рулим Кемерово заправляться. Давид, как всегда, красавчик, тоже обещал подъехать. В общем, нам не скучно, и это круто. Спасибо всем хорошим, добрым людям, интересным, креативным. Побольше креатива, братцы. Любой креатив в рамках разумного только приветствуется. И вообще Сибирь креативна, да? Красноярска-то вообще там отжигают. То утопить хотят, то сбросить куда-нибудь, куда-нибудь засунуть. Класс. Кемерово тоже жгет по полной. А сейчас с правой стороны будет. Типа поселок. А это вышка какая-то? Телевизионная, наверное. Дядька охранник сидит там. Серьезно такой. Сюда хотел поехать. Чуть дальше там. Ну, тут она вот одна такая, более-менее цивильная вот стоянка. Вот Кемерово, я не знаю. Вот, конечно, здесь бы вот кто-нибудь бы взял там, либо с той стороны, не доезжая Кемерово. Хотя я слышал, что собирается объездную строить. Большую. Как бы вообще не будем. То есть, ну, не этой. Не севером, как мы сейчас идем, а как-то вот юго-восток, запад, северо-зап, нет, мы идем югом, да, северо-западом, якобы мы вообще в Кемерово заходить не будем, ну, красота. И вот если на этой объездной кто-нибудь построит такого типа кемпинга хорошего, со всеми удобствами, так сказать, которые вот, ну, типа региона, вот такого что-нибудь. Я думаю, что там все машины, которые будут тут ехать, будут стараться там ночевать. Чтобы там еще, ну, какая-то площадка, ну, асфальт, ну, в общем, чтобы все-все было. Плюс, ну, чтобы интернет был. Сейчас для многих это немаловажный фактор. В частности, вот, ваш покорный слуга. Я считаю, что все машины будут туда ехать. Пойти все там подключить дорожные сети, там шинку поставить, кафе, мафе, баня, душ, там гостиница, ресторан, я имею в виду, там, чтобы все было, и машины там будут ехать, и там будут все стоять. И это, да, результат должен быть 100%. Понятно, да, вложиться надо. Но результат будет 100%, и он себя отобьет. Потому что вот в этом месте со стоянками, с нормальными стоянками, вот именно в районе Кемерово, да, в самом Кемерово я вообще молчу. Тяжело здесь. Эти, которые в Кемерово, на въезде там слева, справа, там вообще ни о чем. Там просто деньги платишь, ты чего там стоишь? Вот это в Березовском, вот она. Да, такая цивильненькая. Но она небольшая. Она совсем небольшая. Ну, сколько тут машин становится? Вообще ни о чем. Вот. Поэтому, если построят объездную, и кто-то вот на этой объездной, ну, или перед ней, или, ну, я считаю, что лучше всего даже на ней влепит хороший кемпинг, этот человек вложится, и это деньги у него вернуться с лихвой.
соблюдая правила дорожного движения. Так, весовая. Вот тут вот как бы слева, даже слово «столовая» вон написано. Ну, я даже ночевал как-то раз здесь. Что-то тут... Может, я уже... Что-то даже машин нет. Неужели все разъехались? Ну, что это за стоянка? Господи. И вот сейчас тут еще я знаю с правой стороны. Может, еще где-то в самом городе есть, я не в курсах. Ну, в городе это в городе, а вот так вот, чтобы вот на трассе, чтобы никуда вот в городе не крутиться. Ну и вот, как бы да. Все сказано. Тут комментарии излишни. Это сейчас сухо, а там болото. Так вот, видите, люди вот стоят на обочинах, спят. Ну, кто-то любит просто на обочинах стоять, может быть. Ну, с парковками здесь проблема. Так что я думаю, что тот, кто, если соберется вот что-нибудь подобное тут замутить, если построит объездную, за что купил, зато и продаешь, собирается строить, то, я думаю, тот человек довольно быстро отобьет вложенные средства. Ну, а мы становимся, да? Сейчас, наверное, будем... Тут придется нам малость потолкаться без 29. А может и нет. Время еще. Многие еще на работу только едут. Ничего страшного. Едем на заправочку. Сейчас же перекроют перекресток. Дальше не поедете, у вас все стоит там. Готовьтесь к правому повороту через 600 метров. Через 600 метров мы уже приедем, Маша Джан. Все перегородили. Выехать по прямой уже у нас не получится. Перекрыли выезд с заправки. Дорожники совсем. Но надо будет вот сюда сдавать задом и обратно сюда выкручивать. Видите, автор закладки стоит. Вон, на оке. Красавчик. Это вот жулик. Кемеровский. На следующем повороте поверните налево. Затем на следующем повороте поверните налево. Все, сидишь? Иди, сдавайся народу. Куртку одену. Thank you.
Я же сказал, что я тебя сдам. Давай. Вот он, братцы, вот автор закладки, креативщик наш. Это не наркота, это можно. Я знаю. Там... Хотя грибы, это грибы. Да, смотря какие, я ж не знаю, я ж еще не пробовал. Ну иди, это, заряжай пистолет. Сейчас, давай. Кстати, рассказывай, чем ты тут интересно занимаешься? Яндекс.Карты рисую. Фига себе. И смотри, как это делается. Ничего себе, ты обвешался тут гаджетами, что вы? Ой, весь такой распальцованный. А ты кружку взял, кофе наливать? У меня тут крышка одна. Не, я сейчас принесу. На, иди отсюда. Это получается... Короче, ты ездишь, да, и потом мимо в онлайне или как ты им отсылаешь? Да, вечером скидываю, а потом с этого все там снимают знаки какие, где лежат полицейские, где что, они потом на карты добавляют. На карты это все добавляю, да? Ну, это ну. Ты... Сколько ты сказал, тебе нужно километров откатать? 2000. 2000 за месяц? Да. По городу, как по частному сектору в основном. Да? Ну, на этой коробчонке можно по частному сектору кататься еще. Но не хотя бы можно развернуться. Ну, конечно, да. В тупиках, а так... Хорошо, снимай, а то, чтобы я куда-нибудь как заехал, чтобы я куда-нибудь не заехал на ней. У нас парни в Италии, бывало, заезжали вертолетами, разворачивали. А почему-то? Все! Главное, что знаков нету, все, он и вперед, ни назад он не может. В такие дебри заходили, вертолетами разворачивали. Было такое. Представляешь, сколько разворот вертолетом стоит? Это космос денег. Вот и потихоньку. День отснимал там маршрутов. Ну и нормально, что у нее, как это? Потом раз вечером скинул. Как дополнение, как почему бы нет? Раз в неделю оплату. Деньги платят и все, правильно. Время свободного много, хер не делать. Ну правильно, медведи всех пострелял теперь. Всех на мясо перекрутил. Ты с медведями сдал? Конечно сдал. Я еще, кстати, на бобров так и не ездил. Ну вот. Только вот собираю, сейчас игру, вот сейчас пока это месяц сейчас отснимаю, поеду. Следующий раз он сказал, будет бобровой тушенкой угощать. Не только бобров, там еще всякое бывает. Все, короче, пошел за кружкой, будем кофе пить. Давай, давай, неси кружку. Давай ты, может, это, Серег, возьми кофе, пошли к машине там. Креативный дядька. Огонь, красавчик.